Прикинь, пацанов жалко. Ты сейчас охуешь. Ты шо за... Конечно, жалко. Представь, вот сейчас увидишь, так открытые глаза я подходил. А вот в Урале, вот это, полная будка, пацаны. По 20 год, пацаны. Да люди, блядь, ну прикинь, ну кто-то съебался, кто нет, видишь, где все едет, а там снарядом куча лежит, ну там, там пизда, короче. Це джип який-то розбив. Це люди, наверное, їхали. Вот це ж, наверное, мені і казав, вояки. Що... Вояки. Это вояки все, Лен. Без номеров. Бач, все без номерные. Ага, це російські. Вон два пулемета, бери себе, блядь, и стреляй, нахуй. Я ебал, я нихуя не хочу.